Антикризисный штаб машиностроительного класса Республики Татарстан продолжает свою работу в чрезвычайном режиме для решения оперативных и неотложных задач. Решения и предложения руководства Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленных, обоснованы. Чтобы предприятия эффективно работали, нужно, чтобы работала вся цепочка смежников. Комиссия Кабинета министров поддержала законопроект о поддержке бизнеса в условиях пандемии. Законопроектом предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней. Сейчас это составляет 60 дней. Кроме того, расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип лицензирования автоматом. Росстандарт. В целях реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Российской Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, продлено на один год срок действия свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, срок действия которых заканчивается в период с 28 мая 2020 года по 27 ноября 2020 года. Общий объем договоров, по которым уже предоставлены кредитные каникулы, составил почти 68 миллиардов рублей. Банки предоставляют кредитные каникулы организациям, которые столкнулись с падением доходов более чем на 30%. В настоящий момент число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в банки по реструктуризации или отсрочке составило 35 тысяч обращений, из которых 60% уже одобрено. Количество фактически проведенных реструктуризаций – 14 тысяч. Половина россиян после отмены удаленного режима хотели бы, как и раньше, работать в офисе, а треть – чередовать удаленную и офисную работу. Всегда с вами председатель правления машиностроительного класса Республики Татарстан Сергей Майоров.